Уйди! Дай мне проехать! Блин, он меня убил, как? Как? Я просто не понимаю, как он меня убил? Что за подстава? Я думал, то, что сейчас я крикну от счастья. Всем привет, с вами Лев, ребята, и сегодня я буду играть в The Breach, новая версия, и в принципе давайте сразу же начнем. Ну что ж, начинается наша первая катка, и как бы, окей, я не знаю, сколько я поиграю раундов, ну, сколько получится, да. Сейчас я играю 3 на 3 на 3, и у меня здесь всегда подлагивает, если честно, то, ну, это немного неудобно играть, когда подлагивает, как бы, сами понимаете. Так, ладно, давайте пойдемте на желтых, да. Так, карту я запомнил, мы вот так вот делаем, пробегаю, бегу и... Давай! Да! Отлично, все. Все упали, и, в принципе, плюс жизнь у нас есть, да. У нас красные, да, у нас красные, надо как бы вспомнить, да, понять. Так, хорошо. Окей, так этому ролику просто я собираюсь сейчас записывать ролики, может быть, даже каждый день, но это вряд ли, конечно, но они не будут такими смешными, да. Ну, ладно, в принципе, хорошо, я просто этот ролик начинаю записывать на скорую руку, то есть я никак не готовился к ролику, и как он меня учил, да, я чуть не понял, странно, да. Ну, ладно, так, ну, давай, окей, давай. Серьезно, я не понял, как это произошло, но... Вы издеваетесь, да? Это так тупо, да? То есть я знаю то, что я уже не успею, да? Ну ладно, будем их ломать тогда. Не их ломать, фиг его знает на самом деле. Меня в воздухе убивают, дичь какая-то происходит. Я, если честно, уже, блин... Ну, они, естественно, на нас агрятся. Ну, окей. О, они внизу, это хорошо. Давай! Есть! Просто жестко, отлично, да. Давайте, красиво, он упал, так. Что, я чуть ничего не видел, да. Сейчас я не стримлю, кстати, вот про это я хотел сказать, да. То есть я сейчас не стримлю, просто, ну, мне просто лень, да, стримить, потому что, ну, просто ролик записать, как бы это все, да, ролик записал, все, да, все, да, ролик записал, все, да, все, да, ролик записал, все, да. Да, то есть, можешь отдохнуть, потом сделать монтаж, выложить. Да. Окей, мы с вами сейчас лидируем, я думаю, мы затащим, но это не точно. Хотя, я думаю, уже точно, потому что, ну, блин, все, это изи, мне кажется, будет. Хоть в зеленых сейчас будем, да. Так, блин, какой-то жесткий чувак был. Так, блин, подождите, надо покушать. Они какие-то все опасные чуваки, они меня убить хотят. Они какие-то злые, да. Хорошая шутечка, братан. И вот лопается. Ты где научился так шутить? Ва-ха-ха! Ва-ха-ха! Подождите, кто-то вышел. А, это наш. Я думал то, что... Я понял, спасибо, да. Спасибо. Так, отлично. Вот таким вот образом. Давай. Нет! Блин, капец! Я думал, даже сзади никого нету. Жестко, да. Отлично. Так, отлично. Блин, капец. Это плохо, конечно. Ну ладно. Все-таки, блин, какая-то жесткая битва у нас происходит, какая-то такая долгая. Даже не знаю, что еще сказать. Я... Привет. Окей. Одна жизнь у них остается, я думаю, это будет легко. Я упал очень тупо, да. Ну да ладно. Я уже 14 киллов сделал и 4 гола. Ну неплохо. Да, все, мы затащили, я пишу ГГ. И увидимся в следующей, ребята, катке. Ну что ж, спустя 10 лет, в принципе, я продолжаю. Сейчас мы поиграем 2 на 2, да. У меня, оказывается, это не заснялось, да, этот трэш. Я каток 5-6, наверное, пытался. Что у меня с интернетом, я не понимаю, реально, какая-то дичь творится. Так, блин, я хотел блоки подставить. Но я думаю, мы сейчас забьем. Давай, отлично, есть, да. Забил гол, да. В принципе, ладно. Хорошо. Я буду в следующем видео, наверное... Ой, скорее всего, я просто запишу какой-нибудь мини-режим, который я не записывал еще на своем канале, вот на этом, да. И все, да.
Да блин, он забил все-таки, блин, капец. Ну ладно. Я просто сейчас, блин, раз 10 просто брал и записывал, думал, да. Но ничего не записалось, к сожалению. Отлично, да. Просто супер. Я такой внимательный, сразу видно, ну ладно. Да блин, что это за хрень? Убедите ее, блин, она мне мешает. Так, все. А чё, чувак? Мне кажется, мы проиграли уже, да. Супер просто, да. Ну просто, вот я не понимаю, то есть, они просто идут вдвоем, а мой тиммейт тупой. Совпадение? Не думаю. Мне кажется. Ну реально. Какая-то дичь с этими тиммейтами. Как? Что? Не в этот раз. Окей, так. Все, залазю я. Залезаю. А, нет, нет, нет! Да блин, ну что за подстава, капец, я просто реально не понимаю, что происходит. Почему всегда не забивают? Я просто как лох сегодня играю. Ладно, так. Тиммейт такой умный, сразу видно. Вообще, да. В принципе, я даже не знаю, что это было. Ну, короче, дичь какая-то. Окей, идем к следующему раунду. Ну что ж, сейчас поиграем один на один. Но вообще, мне кажется, то, что это самое сложное. Хотя кажется, да, то есть один игрок просто, да, столкнуть и победить. Но это сложно, если честно, да. Это может поначалу казаться, то, что все просто. Но нифига не просто. Вот, например, как он выжил. Вот это было, конечно, жестко. По-моему, опять трэш начинается. Как он... Боже, я не понимаю, как вот как они так отталкиваются? Просто напишите в комментариях, если вы знаете, блин. Яна, как он так отталкивается? Почему он отталкивается в сторону моей именно стороны? Почему? Почему такая дичь? Как он мне так сильно пробивает, алё? Блин, ну это очень сложный чувак какой-то. Ну Яна, какой-то то ли читак, то ли что, у меня реально состояние бьёт. Конечно, я понимаю то, что пинг, все дела, но все равно это как-то... Не похоже на обычный... Ну так что это было? Я реально не понимаю. Это просто жесть. Меня бомбит, короче. Он просто через воздух полетает. Если бомба сейчас бы долетел бы, я бы, я не знаю, компьютер бы сломал, наверное. Потому что, ну это дичь была бы, это просто жесть. Как он меня так отталкивает? Напишите просто в комментариях, как он меня так отталкивает. Может быть, он просто и крашу играет. Я тоже нормально играю, почему он меня так не отталкивается? Чё за херня? А! Ты столкнешься! Офигеть! Я думал, он столкнулся. Мне кажется, в этой версии вот эта штука добавилась только. Кстати, да. Насчет обновления говорю, да. Вот этой версии новой. Дай не проехать, а дай... О, да неужели? Все. Фу, блин, уже 9 киллов сделал, блин, капец, я здесь киллов 100, наверное, сделаю. Если... А, нет, 50 киллов, здесь же 5 голов. Блин, ну это реально сложно. Я вам отвечаю, вы видите сами. Сложно, да. Очень все сложно. Я сразу ем. Так. Как он мне с такого расстояния бьет? Я просто не понимаю. Я реально понимаю, как он мне с такого расстояния бьет. Ну, короче, ладно, все. Не буду я возмущаться. Даже если он меня с одного удара будет убивать, действительно, блин. По-моему, я пока не... Блин! Нет! Ну почему каждый раз, когда я первый раз забью, потом я или убиваю... Ну, потом мне начинают обязательно забивать. Потом может вообще убивать потом. То есть всё ломают, а ну, поняли. Надеюсь. Так, отлично. Блин, просто трэш какой-то происходит. Я, наверное, выезжать буду. Конечно, выезжать буду. Чё вам смотреть на это? На эту веселую херню. Да. Так, он умер. Не умер. Чё? Вот! Он даже на меня не смотрел! То есть, он реально меня ударил, но он даже на меня не смотрел. Капец, яблоко долго естится. Оно естится, наверное, секунд 5. Так кажется. Все, все, это ГГ. Ну, я говорил, как бы так и произойдет сейчас. Да. Супер, окей. Так, ну, если что, есть сукспак в описании, да. Если кто-нибудь хочет скачать. Да в смысле? Что это было? Я не понимаю, меня бомбит.
просто меня бомбит. Умни, все, спасибо. Блин, ну капец, бомбит меня, бомбит меня, бомбит, свали. Все, меня бомбит, короче, я реально не могу, меня бомбит. Ай, сколько раз это уже сказал. Капец, просто трэш жоповый, сложно, блин. Давай, давай, блин. И он, естественно, не упадет. Они... Что? What the fuck? Нифига себе. Ты... Сразу видно, очень хорошо играю. Я прям, да, топово играю. Прям вообще супер, да. От бога прям играю сразу. Так, все, свали отсюда, пожалуйста, чувак. Ну дай мне... А что так можно было сделать? Закрыть можно было? Серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Нет! Блин, ну эта игра еще будет полгода идти. Здесь же можно я на час застынуть. Стой, я жру. Блин! Да блин, стой, свали, нет! Где ты, умер ты? Подожди, что происходит? Я не понимаю просто! Ай, упади быстрее, блин, я не понимаю, что происходит, ты умри, пожалуйста, на. Я думаю, что будет легче, я не думаю, что так сложно будет. Капец. Сюда иди. Все мимо. Блин! Ну нахер. Почему я завис? Дырочку убери! Дырочку засунь! Убери! Не... Что за терминатор? Алло! На! Это нормально, да? Я его как бы столкнул, нет. Удар что-то не работает, да? Что происходит? Ты сдохнешь, или не выключи свои макросы, долбаные! Я не могу просто уже играть! Уйди! Дай мне проехать! Блин, он меня убил, как? Куда деньги на лечение скидывать? Как? Я просто не понимаю, как он меня убил? Что за подстава? Я думал, то, что сейчас я крикну от счастья. Что за подстава? Я сейчас заплачу, блин. Ты чё, наркоман, что ли? Тут как? Чё за терминатор? Я реально не понимаю, что это такое? Ты кто такой? Ты умрёшь когда-нибудь? Что за трэшовый раунд, а? Я просто не понимаю, это видео на миллион лет затянется, блин. Мне ещё монтаж будет делать прикольно, блин, наверное. Ааа, нет, да, сдохни ты, блин. Ааа, нет! Так, я всё это закрыл. Почему он может закрыть, а я не могу? А, нет. Я закрываю. Я не понял, как он умер. Блин, ну как... Я не понимаю, как он... Я не понимаю просто. Как тут затащить? Напишите в комментариях, пожалуйста. Научите меня тащить. А, да блин! Да почему? Почему я просто оружие? Я не могу. Я уже забыл то, что я снимаю ролик. Давай. Да. What the fuck is this? Есть. Ебой, просто капец. Как? Охренеть. Мне уже плохо, ребят. Я просто зашел сыграть в один раунд. Почему ты АФКшишь? А мне пофиг, короче, мне все равно АФКшу. Я еще раз запил, ура! Пожалуйста, давайте я затащу. Я так старался, реально. Я, блин, реально меня бомбит. Ну ладно, мне уже все равно кто затащит. Главное, чтобы побыстрее произошло, если честно. Так, он тупым способом, он падает. Есть!
Да, блин! Есть, просто... Просто затащи, ну это капец! Короче, ребят, это просто трэш. Это было очень жестко. Я думал, что будет намного легче. Это просто жесть, просто эмоции жесткие, да. Фу, ребят, на этом все, короче. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, да. Оцените видео, я не знаю, ставьте лайк за вот этот трэш, который сегодня был, да. Фух, все. Подписывайтесь обязательно, всем спасибо. Пока-пока. Yeah, boy. Yeah, boy.